Вчера, когда Путин и Трамп разговаривали, была заставка в Белом доме, а Трамп представил реально тех людей, которые будут заниматься Россией. Почти всех. Там еще не было Тиллерсона по понятной причине. У него в понедельник утверждение в Сенате. Его не хотели светить в этой кампании людей, которые ведут разговор с Путиным, чтобы облегчить ему избрание в Сенате. Так я хочу что сказать. Тиллерсон, кстати, имеет непосредственные бизнес-интересы в России. ExxonMobil участвует в сахалинских проектах. Это люди... Имел. Имел. Он ушел, естественно. Да. Это люди, которые имеют либо непосредственный интерес в хороших отношениях с Россией, либо имеют общие ценности.